Ровесник Якутска отмечает юбилей. В этом году 385 лет исполняется не только столица республики, но и заполярному поселку Жиганск. На протяжении всей недели в населенном пункте проводили праздничные мероприятия. Подробнее о них расскажет Анна Петрова. Открытие началось с истории основания поселка, со сквера казаков-первопроходцев. Ведь древний город Жиганск являлся одним из форпостов на пути освоения первопроходцами северо-восточных территорий российского государства. Также в рамках дней Жиганска состоялись премьеры спектакля «Таяхтах Сулугуманныгар» под руководством режиссера Анатолия Николаева. Презентована книга «Жиганск сквозь столетия». Чтобы в книгу вошли старожилы Жиганска, чтобы в книгу вошли семейные династии, чтобы в книгу вошли трудовые коллективы, чтобы все председатели, разные годы работавшие в Жиганском настилке, секретари, депутаты, тоже вошли в эту книгу. И мы разделили эту книгу на 8 разделов. Режиссерами, хореографами было организовано театрализованное представление «Хозяин низовья реки Булуньян-Хогун». Соревнования среди мужчин. Победителю был вручен сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Украсили мероприятие также и молодые девушки конкурса «Хотугунюргугун». Поселок провел вот эти прекрасные соревнования именно вот самых ловких, сильных. И мы в эти дни стали свидетелями вот этих спортивных баталий. Завершили юбилейные мероприятия концертом «Живое серебро», праздничным фейерверком и всех гостей угостили праздничным тортом. Анна Петрова, НВК Саха, Жиганск.